Ближайший к Сарову район Мордовия тоже оказался в зоне риска. О ситуации в райцентре по телефону рассказал глава муниципалитета. В Темникове зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Это семейная пара. Они госпитализированы в инфекционную больницу Саранска и уже идут на поправку. Носителем вируса стал мужчина. Он вернулся из Москвы и заразил жену. У ребенка все нормально. Там он, оказывается, лежал в палате с зараженным коронавирусом. Про это никто не знал. Он приехал когда сюда, в Темников, и ему позвонили вдогонку, можно так сказать, и сообщили, что вот смотри, у нас, оказывается, обнаружилась вот такая ситуация. Он, как порядочный человек, сообщил об этом, прошел тесты все необходимые, сразу самоизолировался. Быстро определили круг контактировавших с ним людей. 19 человек находятся на карантине. Как сообщил Сергей Кизим, работу по отслеживанию приезжающих в район из неблагополучных по коронавирусу регионов уже наладили. Соответствующие рекомендации даны главам всех сельских поселений. Мы определили один единый телефон, когда они должны. Главное, чтобы оповестить. Вот на этот телефон сделайте смс. Вы приехали, откуда приехали, где вы были, где находитесь, адрес свой напишите. И что вы согласны режиму самоизоляции. Начался дачный сезон, и саровчане станут чаще приезжать на свои садовые участки, которые расположены в Темниковском районе, а также навещать родственников. Сергей Кизим просит соблюдать режим самоизоляции. А в случае, если до этого посещали неблагополучные регионы, то сообщить об этом на номер +7 927 175 1203. Елена Грискова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.